Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В субботу в Самарской области облачно, осадки в виде небольшого дождя, 4-6 тепла днем, ночью 1-2 градуса выше 0. Ветер северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, дождь, днем плюс 5 градусов, ночью 1 выше 0, северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, небольшой дождь, днем плюс 5, ночью плюс 1 градус, ветер северный 2 метра в секунду. В Самаре облачно, возможен небольшой дождь, плюс 5 градусов в дневное время, ночью плюс 1. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.